Солнце, свежий воздух, лыжная трасса. На базе «Снежинка» в минувшие выходные прошло открытое первенство города. В нем приняли участие губкинцы от 8 лет и старше. Для каждого возраста своя дистанция. Самая короткая – 1 километр, самая длинная – 5. Традиционное соревнование сегодня проводится не в рамках День зимних видов спорта. В данном случае это лыжные гонки. Сегодня классический стиль. Количество участников сегодня, к сожалению, небольшое – 43 человека. Перед стартом у спортсмена была возможность проверить трассу. Для максимального результата нужны оптимальные условия. Многое зависит от погоды, температуры, влажности воздуха, направления ветра и, конечно, состояния трассы. Лыжня хорошая, пробежал нормально. Надеюсь, в дальнейшем буду первой. Лыжня хорошая, трасса нормальная, но я устал очень сильно, но мне понравилось. Пока мы общались с ребятами, финишировала еще одна лыжница Валерия Башкова. Девушка занимается спортом 7-й год и говорит, чувствует себя так бодро, что, кажется, сил хватит еще на одни соревнования. Выбрала в детстве как-то лыжные гонки и решила дальше заниматься ими. А сегодняшняя гонка прекрасно. Перед участниками этих лыжных гонок не стоит цель установить рекорды. Здесь главное показать достойный результат. Для некоторых спортсменов из сборной города этот забег контрольный перед стартом областных соревнований. А они не за горами. Первенство пройдет в конце февраля в Тюмени. Елена Канина, Денис Гимп. Новости губкинского.